Вот, во-первых, ты залетела сюда, выключи поворотник, потом только надо было его включить. За тобой человек поедет, он же поймет, что ты перестроилась и едешь, а ты бах, резко останавливаешься, понимаешь? Я видела, что сзади же нет. А если бы кто-то был, какая разница, видела? Заехала, там выключила, включила. Конечно, ты же поменяла полосу, потом это... Ну, такие дела. Поехали. Так тоже нельзя делать. Как? Ты начала движение в полосе, выключила поворотник, когда тронулась, потом включила и перестроилась. А ты опять же включила поворотник, и как будто с обочины поехала в полосу, понимаешь? Или нет? Ты начала движение и сделала перестроение опять с одним поворотником. Я скоро обозначила, нужно движение. Да, потом... выключить. Да. Проехать чуть-чуть хотя бы, для приличия. Включить поворотник, убедиться в зеркало там и перестроиться. А ты сразу включила и поехала. Поняла? Ну не было уже никого. А? Да. Да какая разница, что там хоть никого нет, хоть ты в лесу и будь. Да, я же не с обочины, то что еду. А если бы с обочины, то один бы я включила и встала. Ну конечно.